Друзья, мир вашему дому и всем доброго здоровья. Добро пожаловать в реальный мир. Мир очень стремительно сегодня меняется, но мы-то продолжаем жить дальше. Говорят, что сегодня в России отключат электричество. Вот как раз свечки-то пригодилось мне. Ой, не электричество, а YouTube сегодня отключу. Именно поэтому сейчас каждый, вот если ты смотришь это видео, значит, ставь на паузу и подписывайся на наши каналы дополнительные. То есть это канал на Яндекс.Дзене, деревенское хозяйство Устиных, и группа ВКонтакте. Значит, там мы будем выставлять видео, наши статьи и так далее. Все ссылки в описании будут. Сегодня очень многие радуются, что отключат вот эти прозападные фейсбуки и все такое. Ну, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, радуются, что вот все блогеры пойдут работать. В принципе, я как работал с вилами, вот, мне никуда уходить не надо, с вилами, там, с животными, то есть это мы, у нас основная работа там, а здесь у нас, ну, просто дополнительная работа. Поэтому в нашей жизни ничего не поменяется. Друзья, поскольку вот этот информационный фон очень сильно давит на нас, и он весьма тяжелый, мы к этому не привыкли, не переживайте, не садите свою жизнь всякими интоксикациями, куревом, алкоголем, там еще чем-то, не знаю. Займитесь своей душой, почитайте Библию, там уже об этом все было написано. Пообщайтесь со своей семьей, побудьте вместе. То есть жизнь продолжается, и мы продолжаем жить дальше. Давайте вместе делать хорошее, вот чем мы и будем дальше заниматься, будем делать хорошее и выставлять на нашем канале, чтобы плохому в этой жизни места не было. Отдельный привет Яндекс.Дзену, его руководству, что есть такая площадка. Мы уже там больше года, продолжаем развиваться. Так что, Дзен, спасибо, что живой. Друзья, а нам сегодня главное выжить, всем объединиться, быть дружными и обязательно помогать тем, кто в этом нуждается, кому сегодня очень плохо. Всем благополучия, мира, и да сохранит вас Господь.